Добрый вечер. Вот я, кто меня не знает, наверное, многие знают. Я Митрохин Сергей Сергеевич. Я был у вас кандидатом в депутаты здесь. Приезжал к вам в последнее время перед выборами. Вот. Мы с вами обсуждали конфликтную ситуацию, кризисную, с вашим ЖСК. Я брался помочь. Вот, я знаю, что судебные решения были неблагоприятные. Значит, сейчас вот ко мне обратились ваши представители, ваши жители, для того, чтобы я помог провести вам собрание ЖСК. Почему я? Потому что прокуратура написала вот Леониду Леонидовичу, еще кому-то, что если он возьмет, или кто-то из членов правления, бывшего правления, которое по суду сейчас отстранено от руководства, то у них будут неприятности. То, значит, тем, кто организует собрание, будет разбираться прокуратура. Вот такое письмо хамское, абсолютно незаконное. Вот, я знаю, что против вас организован наезд прокурорский при поддержке главы управы Киржакова и УВД. УВД остался. Так вот, поэтому я взялся лично провести это собрание. Лично. Пусть имеет дело со мной. Не тросит Сергей Сергеевич. Не вранье, я видел письмо, оно у меня есть. Вот. Я знаю, что есть меньшинство недовольное и так далее. Я знаю, что большинство хочет провести собрание. Поэтому я сейчас предлагаю провести собрание. Каждый свою позицию имеет право выразить. Кто не хочет участвовать в собрании, никто никого не заставляет. Кто не хочет участвовать в собрании, может идти домой, в квартиру. Вот. А кто хочет, тот остается. Мы сейчас находимся на крыльце. Это не митинг, не какое-то там мероприятие публичное. Это именно собрание ЖСК. Вот. Это собственность ЖСК, это крыльцо. На нем имеем право все, что угодно говорить, делать. Выступать при помощи микрофона. То, что вас заставили собраться на улице, это не вина Леонида Леонидовича или других членов правления бывшего. И это не моя вина. Это вина вашего права, которое не предоставило помещение в соответствии с законом. Поэтому кто возмущается этим, идите к управе, и там возмущайтесь. Я Митрохин Сергей Сергеевич. Я председатель Московского отделения партии «Яблоко». Вот. Поэтому, кто недоволен, не хочет, я им не нравится, кто-то Леонид Леонидович не нравится, никто никого здесь не насилует, еще раз повторяю, можете идти домой. Все, все, кто хочет, давайте продолжать собрание. Значит, давайте вот выразим, если мы должны выразить методом тогда голосования, кто хочет, чтобы продолжалось собрание, здесь давайте проголосуем. Вот. Кто за то, чтобы сегодня состоялось здесь собрание? Все демократическим путем. Так, просьба опустить. Вот против кто? Вот, ну вот две руки вижу. Давайте против легче считать, потому что очень мало. Раз, рука вижу. Два. Две руки я увидел. Три. Кто против был проведения? Подойдите, мы запишем протокол, что вы против были. Вот. Теперь собрание будет состоится сегодня, поскольку за это проголосовало большинство. Вот. Тем, кто мне там говорит, что я позорюсь, ладно, давайте проголосуем. Я поставлю сейчас на голосование вопрос о том, чтобы я был ведущим этого собрания. Митрохин Сергей Сергеевич, еще раз говорю, почему веду? Потому что любому из вас, кто будет вести собрание, придет прокуратура. А я прокуратуру не боюсь. Поэтому я предлагаю поставить на голосование вопрос о том, чтобы сегодня его вел я, ведущий. Митрохин Сергей Сергеевич, кто за, прошу голосовать. Спасибо, прошу опустить, так будет проще понять волю большинства. Кто против? Кто против? Один, да. А еще это. Две не надо, руки тянуть, пожалуйста. Два. Я две руки только увидел. Кто против меня? Три, четыре. Тоже подойдите и скажите, запишите, что вы против были. Все, значит, меня избрали ведущим собрания. Я только ведущий. Я не член ЖСК. Еще раз подчеркиваю. Вот.
Вот. Так, что я здесь сделал, уже проголосовали. Я сейчас выполняю волю большинства, которое здесь собралось. Вот что я делаю здесь. Дальше продолжаем. Не будем обращать внимания. Так. Сейчас мы должны обозначить повестку. Я предлагаю жителю, подчеркиваю слово, жителю, значит, вашего дома, Леониду Леонидовичу Арсеньеву, сформулировать повестку. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый день. Представляться не буду, я думаю, все меня прекрасно знают. Спасибо. Резкое высказывание. Я приму к сведению. Дорогие друзья, то, о чем я вам говорил буквально 2 года назад, когда мы собирались на площадке, о той ситуации, которая может сложиться в отношении каждого живущего в этом доме. Вот она настала. Она недавно настала. Я пререкаться с вами не буду. Послушайте меня внимательно. Те судебные решения, послушайте меня, судебные решения, которые вынес городской суд, я повторяю еще раз, города Москвы, несмотря на то, что они вступили в законную силу, будут обжалованы в кассационных инстанциях, в Верховном суде. Я повторяю еще раз. И эти неправосудные решения будут обжалованы. И те двое членов ЖСК, которые подняли руку на самое святое, на своих соседей, они в конце концов ответят за это. Потому что, несмотря на то, что есть определенные реплики из зала нелестные в отношении своих соседей, тех людей, которые здесь присутствуют, и изъявляли свое волеизъявление на том собрании, которое проходило 9, 11, 15 года. У нас собрание проходило в соответствующем, действующем 176-м федеральным законом. И с теми изменениями, которые прошли в жилищном кодексе, я всем об этом напоминаю. А то, что у нас устав не соответствовал тем изменениям жилищного законодательства, это наша общая проблема. И не надо никого обвинять в этом. То, что касается повестки дня, мы всем, я еще раз говорю, мы всем разослали. Под расписку не надо пререкаться. Разослали уведомления с повестки дня. С голосованием по тем вопросам повторным. Уже 3-й раз голосуем по этим вопросам. Которые были освещены на собрании, которое проходило с 9 по 20 ноября 2015 года. Сейчас я считаю необходимым повторно провести, так как прокуратура и суд городской обвиняют нас в том только, то, что по процедуре собрания не было проведено. Не то, что не было легитимное собрание. Подумайте, что значит слово нелегитимно. У вас не было бюллетеней, и вас обвинили, вернее нас обвинили. То, что мы подделали ваши подписи. Вот это подлая ложь мерзкая. И самое страшное, я всем говорю, кто читал, внимательно послушайте судебное решение городского суда. Когда в протоколе этих двух заявителей несчастных, Смирновой и Хазановой, которых признали недееспособными, они в ходе судебного заседания под протокол, я вам покажу это, сказали, что их интересы никак не затронуты и никак не повлияли на решение общего собрания. А суд выносит противоположное решение, отказав в 10 ходатайствах и заявлениях, которые представил представитель ЖСК «Высокий-1». Ни одно из 10 ходатайств не было принято к рассмотрению судом. И привлечение в качестве свидетелей третьих лиц. Тех людей, которые голосовали на собрании. По повестке дня, я еще раз говорю, повестка дня всем разослана членам кооператива. Или почтовым уведомлением, заказным письмом, вы его получите и с 10 по 20 число проголосуете. Никто вас не ограничивает в своих правах, это первое. Кто не получил или получил, можете получить с 10 по 20 число в правлении под расписку и проголосовать по всем пунктам. Если вы считаете, что вы вправе, допустим, оскорблять своих соседей и прекратить деятельность кооператива. Приходите, голосуйте. Но я могу сказать, что сейчас, в настоящий момент, происходит в кооперативе. Никто из состава инициативной группы, самопровозглашенной, вам эту ситуацию не доносит. В настоящий момент рассматривается иск, предъявленный МАЭКом, ЖСК «Высокий-1». Это долги наших жителей. И не надо верить этой лжеинформации, которую вы на своем портале там, самозванцы, выкладываете. То, что ЖСК «Высокий-1» не доплачивает деньги. Я могу сказать, что в настоящий момент счета на оплату коммунальных